Привет, друзья! Вы на канале Монетомания. Этот канал о том, как можно заработать на монетах. Итак, в этом выпуске я покажу вам очень дорогую монету 1 гривна 2014 года. Это монетка, которых всего известно сейчас 2 штуки. И как раз вы в этом выпуске узнаете, как она выглядит. Многие хотят получить монетку на сдачу и заработать на ней как минимум 1000 гривен, а это лучше, конечно, 1000 долларов. Именно такая цена у этой монеты. Смотрите, вы видите перед собой монету на неродной заготовке. То есть монета отчеканена официальным штемпелем в Национальном банке Украины, но на заготовке, на ронделе не от 1 гривны, а от 2 гривен юбилейными. Вот так выглядит эта монетка юбилейная. Вот так выглядит заготовочка. По весу они приблизительно одинаковые. Ну, заготовку я брал немножко раньше. В принципе, несложно. Надо достать такие заготовки для себя на 2 гривны или 5 гривен юбилейные. Но вот такой формат сочетания отчеканки монеты 1 гривны на такой заготовки. Это очень редко. Это сделано специально для коллекционеров. Скажем так, такие подобные вещи встречались на Луганском станкостроительном заводе, когда чеканили на неродных, например, 50 копеек на заготовке 10 копеек или 2 копейки на другой заготовке или еще какие-то сочетания или на серебряных заготовках. Но здесь вы видите, что это обычная не серебряная заготовка. И эта вещь, конечно же, специфическая. Это вещь для коллекционеров, которые хотят именно ее в коллекцию. Потому что чаще всего люди собирают стандартный набор. Это браки, пробные монетки и то, что можно выловить из оборота. Вот такую монету не выловить из оборота. Да, конечно, некоторые мне уже пишут в Инстаграм, купи у меня гривну 2014 года. Но на самом деле важно посмотреть вот это отличие, что здесь монетка у нас на другой заготовке. Конечно, если вы встретите гривну какого-то года, 2014 или еще какого-то, на неродной заготовке, на неродном металле, такая вещь будет стоить дорого. Это либо случайно перепутанная вещь, либо кто-то специально взял и сделал. Например, есть 5 гривен, перевернутая на 180 градусов. Мне почему-то кажется, что просто так такой брак не мог случиться. И просто переставили инструмент и начеканили. Хотя здесь много может быть теорий, каких-то вопросов. В данном случае монетки были найдены уже в обороте в разных регионах Украины, обычными людьми, были проданы от 1000 гривен до 2500 гривен. То есть тема эта интересна, она будет развиваться. На монетах можно зарабатывать хорошие деньги. И на этом канале я буду вам рассказывать. Обязательно подпишитесь на канал Монетомания и пишите ваши комментарии, на какую монетку сделать мне обзор. Я всегда прислушаюсь к вашим отзывам и запишу именно это видео. Ну что ж, спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем, друзья, пока, ставьте лайк.